Добрый день, дорогие друзья! Компания RS Property рада приветствовать вас в солнечной Алании. Сегодня мы с вами приехали в европейский район нашего города, это район Оба. Здесь я хочу познакомить вас с предложением, которое как нельзя лучше подойдет тем, кто устал от городского шума и суеты, поскольку данный комплекс находится вдали от любого постороннего шума. Несмотря на свою удаленность от всевозможных источников шума, комплекс находится в непосредственной близости от всех удобств городской инфраструктуры, что одновременно делает ваше проживание максимально комфортным. В данном комплексе мы сегодня с вами посмотрим трехкомнатную квартиру, полностью меблированную. Стоимость ее я озвучу, как всегда, во второй части видео, а сейчас хотелось бы рассказать вам про инфраструктуру данного комплекса. На территории данного комплекса вас ждет открытый плавательный бассейн. Подогреваемый крытый бассейн предусмотрен для зимнего периода. Тренажерный зал, сауна, турецкий хамам, детская игровая комната, а также ухоженный зеленый сад. Прямо сейчас, дорогие друзья, я приглашаю вас на просмотр квартиры. Приступаем с вами к просмотру. Напомню, что планировка квартиры 2+1. В той части квартиры справа от меня располагаются две спальные комнаты. А здесь у нас с вами находится гостиная, совмещенная с кухней открытого плана. В кухонной зоне, как вы сами можете убедиться, установлен угловой комплект корпусной мебели, также подготовлена вся необходимая бытовая техника. Что касается обустройства гостиной зоны, то здесь у нас она полностью меблирована всем необходимым. Это диван, два кресла, также имеется телевизор и уже установлен кондиционер. И также из гостиной у нас, конечно же, есть выход на просторный балкон. Размеры балкона здесь действительно впечатляющие. Вы сможете разместить абсолютно любую балконную мебель или же при желании всегда перенести сюда обеденную зону. К тому же с балкона открывается приятный вид на ухоженный зеленый сад. Приступаем к просмотру второй части квартиры, где слева от меня располагается детская или гостевая спальная комната, а справа уже гостевой санузел с душевой кабиной. И прямо передо мной находится хозяйская спальная комната, очень просторная по размерам. Здесь у нас отведено место для установки гардеробной зоны, установлено множество шкафов для хранения большого количества одежды. Что касается обустройства спальной комнаты, здесь у нас установлена двуспальная кровать, имеются две прикроватные тумбочки, множество шкафов, как я и сказала ранее. Также в спальной комнате у нас имеется индивидуальный санузел и есть выход на просторный балкон. Стоимость данного предложения на сегодняшний день составляет 93 500 евро. Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте resproperty.ru. Данный объект находится под номером 7358. На этом наш обзор подошел к концу. Я прощаюсь с вами. До скорых встреч. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки и нажимайте на колокольчик.